После недавней метели в Магадан пришло солнышко и тепло. Как раз в преддверии фестиваля «Клевая Колыма», который пройдет уже в эту субботу. А будет ли нас радовать погода на этих выходных, мы узнаем у жителей города. В Магадане в субботу 12 марта ясно. Температура ночью до минус 12, днем до минус 4 градусов мороза. А ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность комфортная 63%. Воскресенье 13 марта в городе переменная облачность. Температура ночью до минус 14, днем до 5 градусов мороза. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 753 миллиметра ртутного столба. Влажность комфортная 54%.